пожалуйста, приветствуйте друг друга еще, помогите друг другу присесть. Так здорово собраться здесь. Аллилуйя. И, как я уже сказал, сегодня у нас последние выходные уходящего 2012 года. Как мы провозгласили экстраординарный год, и не знаю, в чем он у тебя был экстраординарный, тот, кто ждет, уже быстрее бы уходил этот ординарный год, уже пусть бы пришел ординарный год просто, или еще какой-то, но тем не менее, Бог, это Бог времени, с одной стороны, Он вечный Бог, Он живет вне времени, с другой стороны, Он поместил нас во время, и всегда есть что-то особенное на Новый год. Тебе вообще нравится Новый год? Я знаю, ты сейчас хочешь духовно сказать, да мне Рождество больше нравится и все остальное. То есть, ну, всегда есть что-то в Новом Годе, да, то есть вообще нам все нравится новое. Вот такое, мы так люди устроены, очень интересно, вообще новое что-то, это здорово, когда есть новое. Когда ты приходишь домой, и там ребенку принес новую игрушку. Вот у него уже два ящика старых игрушек, казалось бы, ты говоришь, у меня новая игрушка, и его глаза начинают блестеть таким интересным огнем, потому что новая игрушка. Или новый телефон, да, то есть вроде и старый работает, но вот новый телефон – это особое переживание, или новый костюм. Ну, то есть нам нравится новое, правда же? Поэтому Бог и говорит, что, знаешь, когда мы будем один день на небесах, и когда небеса опустятся на землю, Бог скажет такую вещь, чтобы всех нас ободрить, говорит, все творю, все новое. Радуйся, Бог творит все новое. Но... И с одной стороны, Новый год – это событие, ожидаемое событие. Сейчас все гадают, что год грядущий нам готовит, и все ожидают, то есть то будет. С другой стороны, это просто дата в календаре, да? И вообще-то, так посмотреть, этих Новых годов непонятно сколько. То есть еврейский Новый год, да, когда осенью празднуют, есть азиатский Новый год, его празднуют 26 января в этом году будет, потом есть вьетнамский, есть монгольский, есть... И вообще, и для нас есть тоже новые года в том плане, что, ну, твой день рождения, да, все же говорят, в Новый год твоей жизни. Но, тем не менее, какой бы этот Новый год ни был, то... С другой стороны, может быть, даже это печальное событие, потому что ты понимаешь, ты так много ждал 12-го, а все, что с 11-го, перетекло в 12-й. И ты думаешь, где гарантия, что из 12-го в 13-й не перетечет, да? То есть, с одной стороны, условная дата, с другой стороны, ну... Кажется, что порой смотришь на жизнь, кажется, кроме календарных дат ничего в твоей жизни не меняется. Все остальное старое. Потому что нам как-то свойственно, ну, перетаскивать ветхий скраб страстей, привычек из года в год с завидным постоянством. Иногда ты надеешься так, знаешь, вот сейчас начнется Новый год, начнется новая жизнь, новые отношения, новые финансы, новые благословения. А получается все как у Экклезиаста. Куда дерево упало, там и лежит. Помните, он однажды сказал, говорит, тут дерево упало, оно там и лежит. И тут, как твой бизнес упал, там и лежит. Или как вот с работы уволили, там и остался. И такое ощущение, что вроде как года меняются, вроде какие-то слова приходят, пророчества приходят, вроде как, ну, откровения приходят, а смотришь на свою жизнь, как-то ее закружило, и ничего не меняется. И истина в том, что смысл остается всегда одним и тем же. Хочешь меняться? Будет Новый год. Не хочешь меняться? Не будет Нового года. То есть мандарины будут, огонек будет там голубой или не будет, сейчас уже не показывают его. Поэтому, а новизны не будет. Так что неважно, как бы его там по-азиатски не обозвали, там год свиньи, крысы, собаки, буйвола. Все равно этот год грозит превратиться в сплошной год осла. Ну, какой год осла? То есть, в смысле, вот, помните, у ослика я было день рождения, и он хвост потерял. И все пришли радоваться, а он такой вот весь Новый год встречал, говорит, ну, какой год, ну, потерянный. Поэтому мы ждем от Господа, завтра мы придем сюда, у каждого будут списки, что Господь должен сделать в 2013-м. Чего мы от него ожидаем. Господь, наверное, завтра тоже сюда со своим списком придет, что он от тебя ожидает в 2013-м. Посмотрим, насколько эти списки сходятся. Потому что он тоже от тебя что-то ожидает. Но тем не менее, знаете,
у Данте было написано над воротами ада, там написано, говорит, оставь надежду всяк сюда входящий. Мы, наверное, должны повесить на входе в Новый год, оставь все злое этот год начавший. Да? Потому что этот год действительно будет добрым, если мы вступим в него с добрыми намерениями, если мы действительно решаем меняться. Так, надо мне отключить, потому что кто-то уже начинает твитить, и у меня все здесь тиликает. Извините, сейчас. Но тем не менее, все равно это некая дата, это некая отметка, это некая отсечка. И не знаю, как ты празднуешь Новый год по азиатскому календарю, по еврейскому календарю, по лунному, по солнечному. Все равно это есть возможность как-то задуматься о своей жизни еще раз. Потому что можно так вот течь-течь, возможность какие-то пересмотреть какие-то цели, остановиться и подумать, я делаю важные вещи или срочные вещи, да? Это задуматься о своих целях, то есть я вообще туда двигаюсь, куда я хочу двигаться, или а знаю ли, куда двигаться, чего я жду от жизни-то, а? Переопределить свои цели, я на пути все еще, или я где-то остановился, или я застрял, или я забыл, куда я шел. Я думаю, что Новый год – это тоже хороший момент оставить какие-то вещи позади. Хотя я часто летаю, и там вот они иногда не разрешают некоторые вещи с собой на борт самолета проносить в ручной кладе. Говорит, либо пейте бутылку сейчас, либо выпейте. Воду, я воду имею в виду, воду. То есть, говорит, либо говорит, выпивайте сейчас, либо оставляйте. То есть, а как вот нельзя это туда? Вот? Нет, нельзя. Говорит, вот либо здесь. И я думаю, что, может быть, Господь тоже хочет показать кому-то что-то, как мы проходим из года в год. Говорит, слушай, давай это в 12-м уже оставим, эту привычку, и все. Ну давай уже, давай мы не будем брать ее. Давай мы ее похороним в 12-м году, и все. Пусть. Давай мы вот эти вещи в 12-й не понесем. Пусть они останутся в 12-м, а в 13-м у тебя будет что-то другое. Не бойся оставлять вещи. Не бойся, если Господь показывает тебе, не бойся перелистывать страницы. Это хорошо, когда календарь листается, потому что этим календарем можно оставить твое прошлое. И самое лучшее с твоим прошлым то, что оно в прошлом. Ну и пусть оно будет в прошлом, пусть оно порастет, как былое было, говорит, и травою поросло, да? Пусть оно порастет травою. Что бы ни было, оставь. Оставь свой старый багаж в 2012-м. То, что отвлекало тебя от Бога, то, что Библия говорит, забывая прошлое, простираемся вперед. Мы благодарны Богу за 2012 год, мы еще будем благодарить Его завтра, будем благодарить Его сегодня. Но мы Его забудем и пойдем дальше, в 2013-й. То, к чему Он нас готовит. Давайте мы откроем с вами место Писания. Я сегодня хотел бы дать тебе некие пожелания на 2013 год. И откроем с вами послание Ефесянам, 5 главу, с 14 по 18 стихи. Это с чего бы я хотел начать сегодняшнюю проповедь. Ефесянам, 5 глава, с 14 по 18 стихи. «Встань, спящий! Воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, особенно актуально для новогодних праздников, дорогие друзья. Прошу подчеркнуть себе, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, что тоже особо актуально для новогодних праздников». Итак, Ефесянам 5:18, наш стих. Хорошо. Заметьте, как начинает апостол Павел в 14 стихе. Он обращается здесь к верующим людям. Он обращается в одну из самых успешных церквей того времени. Быстрорастущих церквей. Потрясающих церквей, где была потрясающая библейская школа. И он пишет туда, причем он не пишет это в тихий час или еще что-то, он пишет верующим, которые активно говорят, ребят, время проснуться. Время проснуться, время пробудиться. Потому что я не думаю, что их там, они спали в физическом смысле, да? Я думаю, это была, может быть, какая-то духовная спячка. Это спячка, которая затянулась на года. Думаю, что это, может быть, какой-то был стиль жизни, спящим по жизни. То есть, знаешь, как можно просто уснуть в пробках. Не знаю, были в Эфесе пробки тогда или не были. Как можно просто заснуть в рутинах жизни.
те же привычки, те же пробки, те же проблемы. И ты вроде бы как живешь и не живешь. Вроде бы живешь и спишь. Было у тебя такое, вроде как поднять подняли, разбудить не разбудили. Вроде бы спасен, но как-то вот это спасение, оно как-то особо не проявляется. Вроде бы благословен, но где-то вот, ну, оно какое-то все половинчатое. И Павел говорит: друзья, давайте проснемся и будем дорожить времени. Давайте очнемся, давайте пробудимся, и пусть это, ну, причем заметьте, как он говорит, что это что-то, что ты инициируешь. Если ты не проснешься, никто тебя не разбудит. Есть что-то, что ты должен сделать. Помните, как это было у блудного сына? Он как бы очнулся. Когда очнулся, понял, что среди свиней, правда. Но очнулся. Он сказал, говорит, встану. И Павел использует то же самое, говорит, вставайте. Блудный сын мог бы сказать, поднимите меня. Отнесите к папе. Пойду к отцу. Я видел многих христиан, которые так и ждут, чтобы кто-то их поднял и носил к папе. И попросите у папы прощения за меня. Нет, есть что-то, что ты можешь сделать только сам. И если ты этого не сделаешь, никто этого за тебя не сделает. Я встану, я проснусь, я очнусь. И здесь он многие говорят, я это самоинициированный поступок. Это действие, что-то, что ты должен над собой сделать. Есть некое усилие. Слава Богу за проповедников, слава Богу за пасторов, слава Богу за лидеров, слава Богу за консультантов. Но я увидел, если в тебе нет потенциала просыпаться или желания просыпаться, если у тебя нет вызова просыпаться, ничего не будет. Так и будешь спать летаргическим сном. И год пройдет, как день. Ох! Недавно праздновали 12-й, теперь 13-й. Все то же самое. Но Павел говорит, эй, если ты проснешься, он дальше обещает тебе, там очень интересная вещь, пробудишься, то Господь начнет на тебя сиять. И осенит, фраза такая красивая, и осенит тебя Христос. И осветит даже. Знаешь, как Бог говорит, всякий раз, когда ты делаешь усилия над собой, каждый раз, когда ты вырываешься из рутинности, каждый раз, когда ты понимаешь, что ты не просто винтик механизма, что ты личность, что ты Сын Божий, что есть Божье предназначение, есть Божья судьба для тебя, и когда ты пытаешься вырваться из этого вот, из этой пробки человеческих отношений, человеческих привычек, человеческого образа жизни, и поднимаешься, Бог начинает на тебя сиять. И ты начинаешь видеть вещи, которых раньше не видел. Потому что они были под мраком, потому что они были в темноте, потому что они были в тени. И когда Бог приходит, Он начинает светить на тебя, говорит, и осветит тебя Христос. И Он покажет тебе сильные твои стороны. Он покажет тебе слабые стороны. Он покажет тебе, где ты делал ошибки, где ты ленив, где ты безответственен. И Он покажет тебе то, что Он вместил в тебя, поместил тебя и благословил тебя. Знаешь, и Он говорит, проснись и вставай. И я буду показывать тебе вещи. Знаете, прошлый год – это элемент времени. Прошло 12 месяцев. Сейчас нас ждут новые, следующие 12 месяцев. И он дальше говорит, когда ты проснулся, я хочу, чтобы ты был мудрым. Чтобы ты не был глупым, а был мудрым. И в чем заключается мудрость здесь? Знаете, что такое мудрость? Мудрость – это употребляемые знания. Это знания, которые ты можешь употреблять. С одной стороны, знания, слава Богу за знания. Помните, однажды, когда Иисус пришел в Назарет, в свой родной город, и Он проповедовал там, люди удивлялись трем вещам в Его жизни. Они говорят, откуда Он это знает? Там говорит, откуда у Него такая мудрость? И откуда у Него такая сила? Были три вещи, которые присутствовали и сопутствовали Христом. Люди всегда удивлялись Его знаниям, люди всегда удивлялись Его мудрости, и люди всегда удивлялись Его силе. Знание – это что-то, что приобретается. Знание – это что-то, за что ты должен взять свою личную ответственность. К сожалению, знания не передаются с возложением рук. Было бы неплохо помолиться тебе, и ты стал хирургом. Но если ты стал хирургом через возложение рук, я к тебе на операцию не пойду. Потому что знания как-то по-другому передаются. Знания, они обретаются. Для некоторых христиан незнание – это как отговорка почти. Как будто они к знаниям относятся, как будто бы такая-то данность. А я этого не знаю. Что, Ниша, я не знаю. Но все, что ты не знаешь, ты сможешь узнать.
Это не может быть отговоркой, потому что сейчас ты можешь приобрести знания. То, что ты не знал в 2012-м, ты можешь знать в 2013-м. Знания, они приобретаются. Когда Иисус пришел, они говорят, откуда он это знает? Он сын плотника. Потому что у них ментальность была такая, сын плотника должен быть плотником. Сын водителя автобуса должен водить маршрутку. Откуда он знает то, что он знает? Потому что он говорит, образовывайся выше того, где, в чем ты находишься. Да, действительно, Иисус был сыном плотника, он вырос, но он не был привязан к этим. Уже другая проповедь, я не хочу ее проповедовать сегодня. На первом собрании этого не было. Там бонус идет на второе собрание. Для любящих поспать бонус. Хорошо. Мы про мудрость говорили. То есть знание – это что-то, что ты приобретаешь. Но есть много людей, есть много умных глупцов. Я помню, как-то однажды проповедовал про умных глупцов. Я говорю, я знаю много умных глупцов. И потом спросил, говорит, ты здесь сегодня? И там пару человек в зале говорит, да, говорит, это я. Итак, мудрость – это способность употреблять знания. То есть мудрость, знание – это информация, понимание – это как откровение. Но мудрость – это способность употреблять то, что ты научился. Потому что можно учиться, 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 но никогда не быть мудрым в этом плане. Потому что Бог не говорит, иди и вставай со своими знаниями. Иди. Он говорит, когда ты встал, проснулся, и я осветил тебя, иди теперь по жизни с мудростью. У тебя много знаний. И, друзья мои, слава Богу за прошлый год. Это было много знаний. У нас было так много семинаров. Мы учили о прославлении, мы учили о Библии, мы учили, здесь так много конференций проходило. Если ты студент библейской школы, у тебя вообще уже 3 тетрадки исписаны. Сплошные знания, но еще не мудрость. Потому что то, что написал, это еще не стало твоим. Знаешь, но интересно, можно иметь много знаний и много информации, но застрять. Застрять в своих привычках, застрять в своей рутине, в лени, своим образом поведения. Друзья мои, мое желание такое. По следующий год станет для всех нас годом употребления, где мы наконец-то начнем употреблять так все, что мы знаем. Или хотя бы чуть-чуть то, что мы знаем. Если мы можем просто практически применять свои принципы и знания, применять их. И дальше он говорит, очень интересная вещь, говорит, что такое? Говорит, поступайте мудро. Говорит, дорожите времени. В английском переводе написано интересно, что говорит, redeem the time, то есть выкупайте время обратно. Говорит, цените время. Знаете, он говорит, потому что говорит, дни короткие, потому что дни лукавые. Интересно. Павел говорит, ты мудрый, если понимаешь, что время коротко. Ты мудрый, если ты понимаешь, что время лукаво. В чем лукавство этих дней? Оно лукавство в том, что на самом деле их не так много, как кажется. Я помню, давно уже прочитал какой-то однажды стишок на английском языке. На английском звучит красиво, на русском не очень. Но звучит примерно так. Говорит, когда я был маленький и ползал, время ползло. Когда, говорит, вырос и пошел, время пошло. Когда стал юношей, время побежало. Когда стал постарше, время полетело. Говорит, и очень скоро оно улетит в вечность. Интересно, потому что время, оно как бы ускоряет свой темп, и порой кажется, что дни, их так много. Павел говорит, это глупость, они лукавые. Времени не так много. Он как бы напоминает нам здесь, не хочется в Новый год об этом говорить, но он здесь напоминает, говорит, ты не будешь жить так долго, как ты думаешь. Он как бы дает немножко осознание смерти. Знаете, смерть – это великий мотиватор вообще. Хороший мотиватор. Если в чем-то ты одно можешь быть уверен, что один день умрешь. Только один согласен. Ну, если Иисус замедлит, конечно. Поэтому, знаешь, иногда хорошо об этом подумать и начать жить по-другому. Вот иногда вот ничего другого в нашей жизни не меняет. Только когда потому что ты пытаешься что-то поменять, что-то это. То есть, потому что у тебя полная каша с приоритетами, полная каша непонятно с чем. А когда подумаешь, слушай, говорит, дни лукавые, они короткие. Знаете, как, наверное, вы слышали эту же историю, пастор Мацула не раз рассказывал про Нобеля. Как его жизнь поменялась однажды. Жил-был себе Нобель, был богатый бизнесмен, был довольно известный человек, очень богатый бизнесмен. И был у него брат. И брат его скончался.
А журналисты, ну как всегда это бывает, журналистами попутали что-то, и они думали, что этот Нобель скачался, который был богатый, и написали в некролог. Написал заметку, скончался такой-то, такой-то, говорит, ну, говорит, ничем примечателем не выделялся, говорит, скупой человек был. И этот Нобель берет утреннюю газету и читает некролог про самого себя. Это изменило всю его жизнь. Когда он прочитал собственный некролог, говорит, это то, что люди будут говорить после меня? Жил-был богатый скупердяй? Жил-был ничем это, то есть... Сегодня это Нобелевская премия, Нобелевский лауреат, Нобелевский, все такое. Знаешь, мы бы никогда не имели Нобелевских премий, если бы Нобель не прочитал свой некролог. Иногда полезно прочитать свой и подумать, слушай, а что будет написано в моем некрологе? Жил да сплыл, да? У папа была собака, он ее любил, да? То есть, съела кусок мяса, он ее убил. И написал, да, на могилке. То есть у папа была собака, и так вот. И потому что он говорит, Павел говорит, не обманывайтесь, времени не так много. Это вечное такое, когда-нибудь сделаю, но сейчас денег нету. Или когда-нибудь сделаю, время нету. Когда-нибудь сделаю, возможности нет. Когда-нибудь сделаю. Он говорит, не коротки, когда-нибудь съездим в Израиль. Или когда-нибудь. Так что, ну, Олег, ну времени, ну денег нету там. Денег нет на то. Послушай, Бог вообще не работает с деньгами. Бог работает с желанием и с решением. Это его диалог. То есть, знаешь, Бог не дает деньги в начале. Бог говорит, я даю тебе желание и решение. Бог дает нам и желание, и действия по своему благоволению. Я еще нигде в Писании не прочитал так, что «я дам тебе то, за что ты способен заплатить». «Я дам тебе денег, ты все проплатишь». Бог так не начинается. Библия говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца. Он дает желание в сердце. Бог говорит, знаешь что, признавай меня. Если ты хочешь что-то сделать в 2013-м, ты вначале должен захотеть. Бог говорит, желание – это голос Духа Святого. Если ты просто что-то захочешь. Знаешь, желание – это как будто ты говоришь, Господь, я готов заплатить цену. У меня ее нету, но я ее готов заплатить. Бог говорит, если ты готов заплатить цену, я обеспечу, чтобы ты ее заплатил. Это его голос. Знаешь, и когда у тебя есть это желание, готовность, эта страсть, она привлекает Бога. И здесь Павел говорит, бери время и выкупай его обратно. Знаешь, что такое? Говорит, дорожи временем. Что это значит? Знаешь, дорожить временем, это то есть верни каждый день понапрасну потраченный. Так что знание – это не проблема. Ну, знаешь, что глупость? Вот если спросишь меня, Олег, определи глупость двумя словами. Я тебе приведу двумя словами глупость. Хочешь? Хочешь? Курящий врач. Глупость. Ну ладно, там кто-то курит, не знает, да, подростки там, подростки курят, они не знают, что это вредно. Но тот 7 лет в университете учился. Он точно знает, что это вредно. Он точно знает, что это не полезно. Он знает, как это работает. Он своим пациентам говорит, батенька, пора бросать курить, это вас убивает. А сам курит. Вот глупость это такое, потому что он знает... Но он не живет в соответствии со своими знаниями. Понимаешь, чтобы быть глупым, не обязательно быть невеждой. Чтобы быть глупым, можно знать, но ты не живешь в соответствии с теми знаниями, которые у тебя есть. И Павел говорит, слушай, говорит, давай ты не будешь глупым. Знаешь, Иисус говорил фарисеям, говорит, фарисеи, говорит, ладно бы, если бы я не пришел. Ладно, если бы вы меня не видели. Ладно бы вы не слышали слова истины, которые я говорю. Тогда я бы мог бы понять, я мог бы, было бы вам извинение. Но вы меня видели. Вы слышали эти слова. Вы трогали меня. Это никак не повлияло на вашу жизнь. Потом говорит, нет оправдания. Говорит, это глупый поступок. Знать и не жить в соответствии со своими знаниями. Понимаешь? И с одной стороны, чтобы ценить время, нужно понимать цель для своей жизни, чтобы не тратить время. Потому что Бог говорит, послушай, мои цели будут диктовать твое расписание, мои цели будут диктовать твою компанию. Хотя иногда, может быть, не только хорошо оставлять
какие-то вещи, привычки пагубные. Иногда хорошо оставлять некоторых людей в 2012 году. Просто оставить их там, и пусть они там живут, чтобы не тратить время. Понимаете, потому что избирай компанию по своей судьбе. Вы здесь, друзья? Хотя я на что недавно обратил внимание. Говорит, Иисус выбирал себе друзей. Помолился, говорит, так, ты будешь другом, ты. Он говорит, и Павел говорит, охраняй свою жизнь, цени свое время, потому что твое время – это твоя жизнь. И время лукаво, слава Богу за друзей, которых он дает тебе. Но он говорит, будь осторожен, защищай свою жизнь. Дальше он пишет, говорит, не упивайся вином, да, то есть я уже не буду на этом долго останавливаться, хотя очень важно в празднике об этом сказать. Потому что, друзья мои, мы часто говорим там, наркоман, ой, наркоман, наркоманище, да, то есть там такой, там, опиум, там, что там есть, героин, крокодил, там, еще там какие-то, что там только не придумали. О, ну, знаете, один из самых опасных наркотиков – это алкоголь. Мы недооцениваем, он доступен. И проблема, что он доступен, и понятно, там, если кто-то укололся, или кто-то там, знаешь, там что-то сделал такое, там, это трагедия, о, он колется. А если ты кружечку пивка, ты просто крутой. Ну, понимаешь, то есть, ну, ничего, то есть, это, ну, как бы нормально, то есть, ну, не понимаешь, что, то есть, это просто начало. Никто не начинал, знаешь, с этого. То есть, потому что он доступен, и ты вот. И Павел говорит, эй, это ворует твое время. Говорю, что, ну, никогда не видишь, что сейчас эти в Ашан страшно заходить. Ты хочешь в Ашан. И знаешь, я тут думал, ладно бы люди покупали себе индейки. Телеги ломятся. И я такой счастлив, что мы не пьем. Когда смотрю на эти телеги. То есть, боже мой, то есть, и все рекламируют, там, давайте отметим Новый год. Это сам уже люди, и ты видишь, он телегу и в предвкушении. Думаю, то есть пол Москвы можно спаить этой телегой. Сколько же он пить собрался, думаешь, из этой телеги. Интересная вещь, но нет рекламы там, и реклама там. Кто бежит за Клинским? И молодежь бежит за Клинским, знаешь. У меня мечта какую-то рекламу создать, знаешь, такой бомжа, спившегося, с уже зубами, который сидит в луже собственных этих испражнений, извините за неновогодний пример, то есть такой, я говорю, присоединяйся, я начинал с Клинского. Знаешь, то есть, потому что... И Павел говорит, послушай, дружище, это ворует, если ты пьешь, что-то, что нарушает твои умственные вещи, ты рушишь время. Знаете, ну, есть среди нас там тоже бывшие, есть такое у них понятие, наркоманы, на хатах, да? Вот люди на хатах годами проводят это. Слушай, говорит, ты где был, говорит, вот с 2003 по 2005, говорит, на хате. Они там вот варят, они вот, знаешь, на этих, собираются на квартирах и там что-то варят, что-то там делают. И там просто года пролетают на этих хатах. Правда, вот? Ну, ты-то не знаешь, что ты не из тех, то есть, ну, там, как, про других, то есть, там вот, ну, вы здесь, друзья? Это тратит время. Все, что контролирует твою жизнь. Компьютер, Facebook, там-дар. Это вор времени. То есть, и Павел говорит, это опасно. Ты должен выкупать время, владеть им, стать снова хозяином своего времени. То есть вернуть ценность этого времени, дорожи этим временем. Потому что, друзья, знаете, твоя жизнь – это твое время. И все, что ты делаешь со своим временем, ты делаешь со своей жизнью. Не вешай трубку. Новогоднее послание. Все, что ты делаешь со своим временем, ты делаешь со своей жизнью. И все, что ворует твое время, ворует твою жизнь. Некоторые люди, они просто паразиты. Они специалисты высасывать время. И я верю, что если есть в чем-то, что мы должны принять решение в 2013 году, сказать, Господь, я буду контролировать снова свою жизнь. Я буду контролировать это время. Заметь, это время, оно очень интересно, оно постоянно... Он сказал, так легко потерять контроль над временем.
Так легко опаздывать, так легко не делать какие-то, обещать и не делать, да? То есть, потому что время, оно такое вот, оно скользкое. Он говорит, выкупай время, верни себе контроль над своим временем. И весь народ Божий, да, скажет аминь. Давайте посмотрим Колоссянам 4 главу. Послание Колоссянам. 4 глава, 5-6 стихи. Здесь Павел тоже пишет о времени. Он говорит, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вчера мы с Юлей смотрели перевод этого стиха, тоже очень интересный. Там написан он, вот это написано, говорит, со внешними. То есть, говорит, Павел как бы понимает, что в церкви мы все вроде бы, ну, довольно духовно временем распоряжаемся. Мы любим славить Господа, мы любим молиться, давать, слушать проповедь. Он говорит, но со внешними, он говорит, когда ты выходишь из стен церкви, говорит, будь мудрым. Когда ты общаешься с этим миром, проявляй мудрость. И он говорит, пользуйся временем. Другой перевод говорит так. Правильно используй данные тебе возможности. С одной стороны, друзья, возможность – это самый великий подарок, который Господь тебе может подарить. Я раньше думал, что самый великий подарок – это Иисус. Но Бог не может подарить тебе Иисуса, Он может дать тебе возможность избрать Иисуса. Это все, что Бог может дать тебе, это возможность. Поэтому мы должны мудро принимать и видеть возможности. Вот почему у нас есть Дух Святой, чтобы ты мог видеть эти возможности, входить в эти возможности. Потому что иногда, ой, я не пойду работать туда, там зарплата маленькая. Это вопрос не о работе, вопрос о возможности. И вопрос не о зарплате, вопрос о возможности. Потому что ты не знаешь, что будет следующий шаг. И иногда ты пренебрегаешь возможностью, говоришь, Господь, где чудеса? Бог говорит, я все, что могу дарить тебе возможности. Но ты должен мудро ими пользоваться. И он здесь говорит, мудро пользуйтесь возможностями, которые я буду давать тебе. И дальше он говорит, слово ваше всегда будет с благодатью, приправленное солью. Тоже, я думаю, такой интересный оборот здесь такой. Как это, вот я с тобой говорю, что и с солью приправлено. То есть поговорил, посолил что-то, поговорил или как. Но толкование этого стиха, знаете, как звучит? Звучит очень интересно. Говорит, пусть все ваши разговоры имеют какую-то цель, имеют какое-то содержание, да, то есть имеют какой-то вкус, и куда-то ведут. Говорит, дорожи временем, пользуйся возможностью, потому что не все... у тебя были такие разговоры, ты говоришь, они никуда не ведут, они не назидают, они не исправляют, они не ободряют, они ни о чем. И ты уже 2 часа пробеседовал, говорит, слушай, мы никуда не движемся вообще. Мы из пустого в порожнее переливаем все. Он говорит, ты тратишь свою жизнь, ты тратишь время. Говорит, пусть будет цель разговоров, пусть там будет какая-то суть разговоров, дабы вы знали, как отвечать каждому. Не веди разговоры без смысла, используй правильные возможности. С другими словами, то, что он говорит, как бы, говорит, если правильно, значит, можно иметь и неправильные возможности. Он как бы предупреждает, не все, что подвернется тебе на пути, это твоя возможность. Друзья мои, одно из самых сильных орудий дьявола, которое он использует, это бывает хорошая вещь. Дьявол достаточно умен, он знает, что ты достаточно умен. И что ты не будешь делать просто плохие вещи. И он как он говорит, дьявол подсунул ему возможность. И такую картину рисуем. Рогатый дьявол пришел, говорит, давай будем убивать людей. Не. Библия говорит, он является порой как ангел света. Говорит, а давай будем делать хорошие вещи. Ты говоришь, давай. Давай делать хорошие вещи. Они, может быть, хорошие, но они неправильные для тебя. Потому что хорошее и правильное – это порой разные вещи. Потому что, друзья мои, все, что дьяволу от тебя надо, это твое время. Потому что твое время – это твоя жизнь. И дьявол знает, что твое время – это твоя жизнь. И если он взял твое время, он взял твою жизнь. Знаете, когда мы перезаняты, это опасно. Делать вещи, которые Бог никогда не просил тебя делать. Делать вещи, которые Бог никогда не поручал тебе делать. И потом проходит, ты что-то делал, и это закончилось. Одни лукавые, ты смотришь, и никто даже не вспомнит, что ты жил на этой земле.
Ты вроде что-то делал, но не делал то, что ты должен, знаете, ну. И секрет, как защищать свое время, Павел там пишет, говорит, чтобы вы узнали цели Божьи. Что Бог от тебя хочет? Потому что у нас будет постоянное искушение делать хорошее вместо правильного. Знаете, почему очень трудно говорить на что-то «нет»? Потому что у тебя нет твердого «да». У тебя нет на что «да», а когда у тебя нет твердого «да» на что-то, тогда как сказать на что-то «нет»? Потому что прежде чем ты готов сказать чему-то «нет вот этому», «нет вот этому», «нет вот этому», у тебя должно быть прежде «да вот этому», «да вот этому», «да». И потому что я сказал этому «да», я могу твердо сказать этому «нет». Как могут? Будет «да», «да», «нет», «нет». Аминь, друзья. Что-то у нас грустное какое-то собрание получается. Все нормально у тебя с Новым годом? Он же уходит, мы его провожаем. Этот год будет годом возможностей. Но некоторые не от Бога. Просто и Дух Божий, пусть он нам у нас есть Дух Божий, пусть он подскажет, какие возможности будут. Какие от него, какие не от него. Потому что дьявол охотится за твоим временем, ибо он знает, что твое время – твоя жизнь. Знаете, ведь жертвовать – это же правильно, славить Господа – это правильно. Помните, как это было с Саулом? Бог сказал ему, говорит, пойди завоюй этот город, пойди уничтожь все там горы, там все заклятое. И он пришел и увидел селекционных овечек. Говорит, а это оставим для жертвы Господу. И тут как тут пророк пришел, говорит, ты все сделал, как я сказал. Он говорит, да. Говорит, а что, говорит, за блеяние овец там я слышу? И потом у Саула объяснение, как у нас часто. Это для Господа. Ну, это же для Господа. Знаешь, это же хорошо Господу. А Господь говорит, может, ты думаешь, это для меня, но мне это 200 лет не надо. Это не для меня. Потому что я прошу тебя, чтобы ты делал то, что я тебе сказал, чтобы ты делал. А не то, что ты думал. Господь, а я думал, что это для тебя. И с одной стороны, опять грустно получается, да, как-то? Понимаете, вот в этой истории хорошее разрушило правильное. И он потерял царство. И потом пророк сказал одну очень важную вещь. Он сказал, говорит, знаете, друзья, послушание лучше, чем жертва. Лучше быть послушным, чем петь в хоре. Лучше быть послушным, чем проповедовать. Знаешь, не все возможности хорошие. Поэтому, друзья мои, мое пожелание на 2013 год. Пусть возможности, которые будут у тебя в 2013 году, будут стоить твоего времени. Будут стоить твоей жизни. Пусть это стоит твоего времени. Давайте откроем притчи 16 главу, 1 и 3 стихи. Здесь очень интересное местописание. Здесь написано, человеку предположение сердца, но от Господа ответ языка. Тоже очень интересный момент такой, такое толкование очень. Говорит, человеку планы в сердце, а от Господа ответ языка. Довольно, путанное местописание. Что за ответ языка? Какой что-то планы сердца у человека, а у Бога ответ языка. Истолковываю на русский язык, что здесь сказано. Бог говорит, как ты принимаешь его планы в свое сердце, Бог потом дает истолкование, как эти планы осуществятся. Бог говорит, знаешь что, ты хватаешься за видение, а я отвечаю за процесс. Давай, ты получаешь картину, дальше там написано в третьем стихе тоже, предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Притча 19.21 тоже подобно говорит, что много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Бог говорит, ты планируешь жизнь на моих целях, а я начинаю осуществлять их. Много планов, но ответ от Господа, объяснение от Господа. Бог говорит, я буду давать тебе мечты. Я буду давать тебе идеи. Ты как тебе денег запиши? Я не прошу тебя их оплачивать. Я просто прошу тебя их принять. Ты их просто прими. Я даю тебе желание. А я прослежу.
А иногда нам страшно это записывать, потому что нам вначале хочется найти деньги, людей, оборудование, связи. Он говорит, не-не, это не так работает. Говорит, я тебе что-то дам, ты это прими, возьми мою мечту, вставь ее в свой план, а потом я тебе буду шаг за шагом объяснять, как, что нужно сделать. Перестань бояться мечтать. Весь народ Божий сказал. И Бог говорит, я прослежу, чтобы исполниться. Заметьте, он не написал, когда. То есть Господь, хорошо, говорит, исполнится, когда? Бог говорит, это уже мои дела. Процесс – это мои дела. Твое дело – держаться этого видения. Твое – ухватиться за это обетование, ухватиться за слово. Бог говорит, я дам истолкование, как это исполнится. Смотрите, притча 20 глава, 24 стих. Написано, от Господа направляются шаги человека. Разные шаги. Бог говорит, я направляю твои шаги. Ты должен принять сердце. А я буду... Иногда это хорошие шаги. Иногда, как нам кажется, неудачные шаги. Бог говорит, но я контролирую все. Бог совершает все в соответствии со своим планом. Он позаботится о всем. Я не знаю, каким был у тебя 12-й год. Может, это был год ошибок, неудач. Бог говорит, соберем это в коллекцию твоих инвестиций к твоему будущему. В конце концов, в конце кино все получится, наши победят. И тебе сейчас трудно представить, как это вот твои ошибки, твои, как они тебе могут каким-то образом... Бог говорит, это твои инвестиции в будущее. Ты увидишь, как это все сложится в мозаике. Потому что я управляю процессом. Ты говоришь, Господь, а можно сразу как бы процесс вот сразу узнать? Давайте прочитаем притчи 16:9 тоже. Написано, сердце человека... обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Очень интересно, говорит, ты в сердце, у тебя планы. Он говорит, а я буду управлять твоими шагами. Говорит, шаги под моим контролем. Знаешь, Бог показывает тебе видение, Бог дает тебе мечту, Бог дает тебе судьбу, Бог дает тебе какие-то вещи в сердце, но Он не показывает нам шаги. Потому что если он показал тебе шаги, ты сказал, 200 лет мне эти мечты. Знаете, вот, ну, скажем, у Иосифа была мечта подняться. У Иосифа была, он видел видение, видел сны, видел все, говорит, я буду на престоле, я буду спасителем своего народа, я буду там. Он говорит, Господь, как это будет? Он говорит, Иосиф, дорогой, лучше тебе не знать, как это будет. Представляете, если бы он вот увидел этот сон, говорит, Господь, там снопы кланятся мне, луна со звездами кланятся за мной. Господи, как это будет? Говорит, ну, говорит, как очень просто, там побьют тебя, разденут, в рабство продадут, жена тебя подставит, там Потифара, там в тюрьму попадешь, потом там забудут, ну, там как-то будет. Я думаю, если бы Иосиф все это знал заранее, спасибо, я пешком постою. Да? То есть, не надо никаких ни снопов, ни звезд, ни все. То есть, я слышал про некоторых пастора, которые начали церковь строить. Говорят, если бы я знал, чего это мне будет стоить, это строительство. Говорят, может быть, мы до сих пор в аренде жили. То есть, ну, ты когда ввязываешься, ты не знаешь. А много когда уже ввязался, уже поздно. И Бог говорит, поэтому, извини, я вот видение тебе дал, а шагами я управляю. А ты, главное, не паникуй. Знаешь? И когда ты вдруг в какую-то яму попал, просто понимаешь, что это шаг. Это не конец, а шаг. Понижение шаг. То есть, знаешь, когда, может, ты в яму свалился в 2012 году какой-то. О, все. Это конец. Ну, нет, это шаг. Ну, как бы болезненный, трудный, тяжелый, но шаг. И будет другой шаг. Если то, что ты видишь сегодня, не то, что ты видел в своем сердце, значит, это временное. Значит, будет еще один шаг, еще один шаг, еще один шаг. Твое время не твое дело не сдаваться. Твое дело понимать, что все в его руке. Твое дело доверять ему. Не паникуй, это просто шаг. Я выхожу. И где-то попал в какую-то ситуацию. Ты говоришь, слушай, ты что здесь в этой яме делаешь? Говорит, ничего, шажок такой. Вот оригинальный шаг.
я скоро выхожу. Говорю, о, слушай, у тебя же бизнес был, ты что, говорит, на работу пошел какую-то там, ну, в смысле, я имею в виду, на шаг интересный сделал. И цели дает тебе терпение. Знаешь, что ты видишь, храни это. Сколько лет это потребовалось у Иосифа, друзья мои? Сколько лет заняло у него, чтобы он пришел к своей мечте? Давайте, представьте, давайте мы с вами фильм снимем про Иосифа. Иосиф, юный мечтатель. Он видит видение, видит сны. Папа шьет ему одежды. Он бежит к братьям. Братья не оценили это все. Забрали одежду, измазали кровью, избили, бросили в яме. Непонятно. Один только хотели вообще убить. Один еле-еле отговорил. Говорит, давайте не будем убивать, давайте оставим в живых. То есть оставили в живых. О, увидели яму какую-то. Давайте в яму. Сколько он в этой яме был? Как он там в этой яме был? Как он пах? Как он выглядел? Потом, говорит, проходил какой-то караван мимо. Они, говорит, увидели, говорит, слушай, давайте продадим его лучше, говорит, еще денег заработаем. Его привязали к верблюду, и он по этой Синайской пустыне за верблюдом под палящим солнцем, страшный, пахнущий, привязанный, бежит там. И всякий раз, когда верблюд что-то делал по пути, он на эту мину наступал. Ну знаешь, ну каждый раз, когда он наступал на эту мину, это был шаг в его судьбу. Это был шаг в Египет. Это же был шаг к его предназначению. Я не знаю, на скольких минах ты подорвался в 2012 году. Но если у тебя это живо в сердце, это просто шаг в твое будущее. И Бог говорит, я устрою это. Это путь. Говорит, извини, я шаги устраиваю. У тебя видение в сердце, а я прослежу, чтобы ты пришел туда, куда я хотел, чтобы ты пришел. Не знаю, может, ты весь 12-й год за верблюдом шел. Мое пожелание тебе – продолжай движение. Продолжай, не останавливайся. Не переживай о верблюдах. У Бога план для твоей жизни. У Него шаги. Знаешь, иногда мы, может быть, иногда мы… Сейчас в Домодедово это постоянная картина. Я часто летаю, то есть и там иногда с Челябинска, когда летишь, он 2 часа летит, потом 40 минут кружится. Сесть не может. Потому что, ну, забит. Вот, и очень часто командир уже, когда начинает волнаться, ну, слушай, а что, давно уже приземлить нужно? Они говорят, мы, говорит, в очереди на посадку. Нам нужно, говорит, подождать немного в воздухе. Ты думаешь, какое интересное место, чтобы ждать в воздухе. И командир говорит, мы-то уже прилетели. Ты видишь, что мы уже прилетели, но мы просто кружим на том месте, где прилетели. Он говорит, нужно что-то на земле расчистить, прежде чем ты сядешь. И иногда, прежде чем ты сядешь, ну, в смысле, в хорошем месте сядешь, Богу нужно что-то расчистить, Богу нужно что-то приготовить. И ты начинаешь подпрыгивать, думаешь, что, а бензина хватит. На башне знают, сколько у тебя бензина. У них там тоже есть датчики. Потом, он говорит, не переживай, хватит. Один день Бог скажет, пристеги ремни, садимся. Потом доверяй ему. И Бог говорит, я устраиваю это. Если тебя закружило, Бог говорит, ничего, кружись дальше. Главное, не останавливайся. Знаешь, он знает, что ты в яме. Он говорит, знаешь, даже яма запланирована. Знаете, этот путь интересный. Из Сирии в Египет, он, который проходил через Израиль, где они там были, через Синайскую пустыню, как они шли там. Если ты пойдешь в Синайскую пустыню, то увидишь, там нет воды, там нет ничего, там, ну, то есть, там сухо, там нет источников. Он говорит, я дам тебе источники в пустыне. И что-то значило, что там сезонные дожди, и были времена, там, когда на севере выпадали обильные ливневые дожди в горах, как правило. И потом эти ливневые дожди, они стекали с гор по руслу и стекали в потоки, но они буквально, нужно было поймать эту воду. Потому что если ты эту воду не собрал, не поймал, тогда 2-3 часа эта вода вся высыхала в пустыне. И что тогда делали? Тогда делали такую вещь. Египтяне брали и вырывали огромные ямы. Чтобы когда вода стекала с гор, она собиралась в этих ямах, они эти ямы... Ирод очень хорошо усвоил эту технологию, что он там в Масаде такой устроил себе. И когда эти воды стекали, они яму раз закрывали, и была вода. Как правило, эти ямы, друзья,
находились вдоль магистрали, вдоль торговых путей, караванных путей, чтобы у путника была вода. Когда братья были там, они думали, что это просто яма. А, яма, давай бросим туда. Это была запланированная яма, которая стояла на месте, где проходил караванный путь. Может, ты попал в эту яму и думаешь, что я здесь делаю? Бог говорит, караван идет. Кто знает, что было? Может быть, караван идет в твоей жизни. Может, караван, дождись его. Вы здесь, друзья? Они бросили Иосифа в яму у дороги, и караваны шли из Сирии в Египет. И даже яма была на этом пути, чтобы взять его в его судьбу. Может, твоя яма тоже может подхватить тебя в твою судьбу. Знаешь, уповай на Господа, и Он обновит твои силы. Ты не знаешь, что пройдет мимо этой ямы. Ты не знаешь, какой караван движется на твоем пути. Просто доверяй Ему. Бог говорит, я управляю шагами. Бог всегда прячет твое будущее в других людях. И у Бога есть караван для тебя. Он всегда приводит людей, чтобы привести тебя к следующему шагу. Поэтому и то, что может успокаивать тебя в этой яме, я видел что-то от Господа. Это не закончится в яме. Это просто шаг. Еще один шаг. Он неприятный, он непонятный. Мне бы хотелось по ковровой дорожке зайти в дом фараона. А оказалось, что меня притащат туда из тюрьмы, из пожизненного заключения. Но я могу доверять Богу. И Бог может устраивать мою жизнь. Давайте откроем Псалом 30. Псалом 30, 16 стих. Давид получил здесь потрясающее откровение. «В твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо твоему рабу, спаси меня милостью твоей. Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю». Знаешь, Давид получил потрясающее откровение на 2013 год. Моя жизнь в твоей руке. Время – это наша жизнь. Мое время в твоей руке. Мои дни в твоей руке. Наше время – это наша жизнь. Бог говорит, дай мне контролировать твое время, и я буду контролировать твою жизнь. Доверь мне свое время. И Бог говорит, я буду являть свое лицо тебе, чтобы благословлять тебя. И дальше он пишет там, говорит, не постыди меня, Господь, не постыди меня. Знаете, это было бы стыдно, если бы Иосиф сказал, я буду правителем, я буду спасителем, я там буду. И так бы умер в этой яме. Знаешь, здесь Давид понял очень большое откровение. То, что ты видел, то, что ты получил в свое сердце, это очень важно для репутации Бога. Знаешь, твоя цель – это часть гордости Бога. Библия говорит, что Бог вложил вечность в наше сердце. Что это тайна, то, что Бог поместил в твоей жизни. Бог может не гордиться нашей жизнью. Иногда мы подводим его. Но если есть что-то, о чем Бог гордится, это о твоих целях. Потому что это его цели. Поэтому, если ты будешь посрамлен, он будет посрамлен. И Бог говорит, нет, то, что я показал, я исполню. Это предмет моего благородства. Это предмет моей репутации. Он не даст тебе постыдиться. Он руководит времени. Потом Бог говорит, дай мне свое время, и я буду контролировать твою жизнь. Наша жизнь – это стройка, строительство. Павел писал в послании к Коринфянам, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто должно обладать мною». Знаете, друзья, то есть он говорит, я вообще-то свободный человек, я могу то, могу то, могу то, но не все конструктивно. И это не должно контролировать мою жизнь. Знаете, наша жизнь – это проект, это стройка. Знаешь, если ты проектируешь дом какой-то, особенно если одноэтажный дом, конечно, можно туда лифт сделать. Ну, можно, ты же свободен, приделать туда лифт. Ну, зачем он там? Его можно приделать, но он не в проекте. Он не запроектирован. И если он не запроектирован, тогда
Он, это может быть дорогой лифт, красивый лифт, но если он не в проекте, он бесполезный. И Бог говорит, дорожи временем, цени время. Потому что это будет такая пустая трата времени, сил, денег. Бог говорит, есть проект на твою жизнь, мой проект, которым я горжусь. Не нужен там лифт. И вот это там не нужно. Если ты примешь этот проект и будешь жить в соответствии с ним, ты никогда не будешь посрамлен. Мое лицо будет на твоей жизни. Я буду сиять на твою жизнь. Аллилуйя. Давайте мы вместе поднимемся. Слава Богу за друзей. Слава Богу за церковь. Слава Богу за того соседа, который рядом с тобой стал. Да не будет он тебе якорем в 2013 году. Пусть он будет тебе ветер в паруса. Аллилуйя, в твое путешествие. Знаешь, наша жизнь – это наше время. Признай это. Хочу закончить последним пожеланием. Псалом 36:5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Если что-то хотел бы я пожелать тебе в 2013-м, доверяй Богу. Всецело, полностью, просто доверяй Ему, и Он совершит. Бог говорит, уповай на меня. Поверь, что вся твоя жизнь в моей руке. Поверь, что ты всецело, абсолютно, со всеми потрохами мой. И ты увидишь, что я могу сделать в твоей жизни. Давайте закроем наши глаза. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за те вещи, которые Ты вкладывал в наши сердца, за Твои цели, Твое звание и призвание. Благодарю Тебя, Боже, за мечты. Благодарю Тебя, Господь. А то, что это наши планы в сердце, а Ты управляешь нашими шагами. И как мы идем, порой по ямам, порой по минам, Твоя рука все равно на нас. И мы уповаем на Тебя всецело и полностью. Мы доверяем Тебе, Господь, потому что нам некому больше доверять. Мы уповаем на Тебя и полагаемся на Тебя, Господи. Я благодарю Тебя за те возможности, которые будут открываться в грядущем году. Благодарю Тебя, Господь, за развлечение Духа Святого. Чтобы мы не делали срочное вопреки важному. Чтобы мы не делали хорошее вопреки послушному. Господь, научи нас дорожить временем. Научи нас вовлекаться в те вещи, которые стоят жизни. Стоят того, чтобы жить, чтобы тратить свое время. Дай нам откровение, что наше время – это наша жизнь. И то, что контролирует наше время, контролирует нашу жизнь. Я благодарю Тебя за 2012 и благодарю Тебя за 2013. Вся наша жизнь в Твоей руке. И весь народ Божий нас скажет аминь. Дай Господу большие аплодисменты. Аллилуйя! За Его мечты, за Его видение. Потому что это вечное. Все остальное временное. Все остальное. Не переживай за свою яму. Караван на пути. Цепляйся за караван. Что я думал, меня на верблюда посадят, а я за ним бегу. Ничего. Не переживай, верблюди. Продолжай бегать. Это просто шаг. Кто-то здесь сегодня, ты в отчаянии. Как я в этой яме? Это просто шаг. Будет второй, и третий, и четвертый. И один день Бог исполнит все, что Он говорил про тебя. И весь народ Божий да скажет аминь.